Да норм, норм. Че? Так, ну, а у вас что, кто-то плохо катает? Поехали вот так вот. Ну, ага, так, вы забрали. Я короче, тоже. Мы свапнули Митяя на Мерва по итогу. Ну, нормально. Ну, норм. Я только топы, что написать. Так, это что там, команда Митяя? Это ж ты нам обычно команды давал. Блять, ну я не помню, для сейчас чего? Поставить паузу. Ну, там RR3, FOV, OR это, я это помню. SLT для линии топовой. Так, а, да. А, и UR еще есть. Да, так, да. Мы играем что, на несколько линий или как? Не, на одну, наверное. Ну, на строе. Окей. Хотя, типа, можно двое сверху и снизу битву мужиков, но это такое, а не, там, это рандома много очень. Это будет тут Хуман какой-нибудь против Банш? Сражаться. А, кстати, Хуман против Банш отбивается. Лол, у него ни одного чауса нет, мы же недавно играли с тобой же. И что? Снайпак один в один Баншу убивает. Мы с тобой же играли. И что? Мы убивали банш, там проблема была. Мы наоборот банш. За банш пропушили. Не, я за банш точно не играл. А, это я с дрейдом играл. Да. Да. И я помню, что мы против банша отбивались. Нет, хорошо. Там вообще в какашке было. Ну-ка, Олег, скажи что-то, пожалуйста. Раз, раз. Да, нормально. Все, играем, играем. Все ж тут? Да, поехали. А у нас эти... А мы решили без... Блин, я хз, что мне ставить на самом-то деле за эту расу, браску. Я вот там что поставил? Ага. Готово. О, мерф, давай. Вы ставите, я жду. Митяй включил? Да. Я вот так, походу, буду. Что мне сейчас? Что будет? Там будет ебано. Я, короче... Не, ну у нас один-то его точно загнобят. Но я-то знаю, что я точно буду строить. Я подожду. А, ты думаешь, я там тебе это... так скажу. Мало ли что там у будет. У того, что ты пишешь вот так, и у меня вот так. И если им запрет, то нам ГГ. И сразу что? Вообще. Ну а что мне делать? У меня как бы все вот так, если уж на то пошло. Я смотрю, и у меня тебя... все. Этот... Как ты так, ну все, раскрываем ну... карты. Так, а он говно полное. Ну, не. Да? Если прокает под урон, ну, то есть против медведя он нормально. Да против суккубов уже так себе. И против зомби он крут. Ну, зомби хаос атака. Подошел, заласткикал просто зомби. Так и шо, что хаос атака? Ну, то есть он дает только одному. Походу, лузан про это. Не, ну тут, как ты, Габлок, раньше сказал, то, что если бы еще кто-то юнитов строил, то ну, это да, шансы бы были. О, смотри, я построил. Опа! Андрюх. По стратегии. Вот она вещь пришла, Андрюх. Работает, работает. Ну смотри, она-то двоих с собой... Ну там у двоих магическая атака, я говорю, вот если прокнет, то они сейчас ну, нас очень быстро разберут. Ну, у двоих, у одной скубы там магическая атака. Ну, их двое Вивер... стоит. Вивер на овницу. Ну уже зайчик. Тут как бы два в один. Не, ну вообще один в один озолник. То есть нам надо как-то отбиться или через пост взрыв, мы по идее развернем. Я красивая. Наши воины вступили. Вообще верно дороже, чем скуба, так что все в порядке. Нет. Одинаково идет. О, черепаха двоих отовнила. У нас сейчас еще маленький домик будет гореть. Ничего страшного. Смотри, зато сейчас Виверна за починочек убьет скубу. Надеюсь, что убьет. Просто если нет, то это эпик фейл будет. Давай тут. Мисс. О, и смотри, она сейчас этим. Помогите мне маленький домик починить. Я чиню. Ну, все уже я сам. Она сейчас сдохнет просто от яда. Давай. Да там сплешуют эти по идее. О, яд же не добивает вроде, оставляет. Все, смотри, и черепаха выживет. Смотри. И большой домик давай чинить. И суккубочки две. Да ну не в того. Не, убивает яд, кстати. Нормально, нормально, парни. Не, вон там дерево, смотрите, горит у него. Камбэка, походу, не получилось у нас. Ну уже, зайчик. Блин, чё Виверн так быстро стреляет? Кстати, ну, смотри, потовнила Виверну. Так вот... Черепаху чинит. Черепаха не чинится. Ну и что? Если очень захотеть, то можно. Мерк, ты мне показалось, или я грипп слышал? Думал. Нет, ты правда слышал грипп. Да, там грипп стоит так, в углу. Так надо какой-то пирс урон нам новый.
Да, что-то я поставил пирс урон. Ну, у тебя есть стардар с пирс уроном. Да, только у него, к сожалению, все плохо. У ну что, кто там бахает? Урон. Бахайте, ребята. Ну, блин, я хз, я могу. Мне не надо. Ну, я тогда взрываю. Давай, давай. Это поможет. На самом деле, четыре клетки строите еще раз, у них там это все-таки. Да нет, он уже дерево потратил на грипп, у него уже не скоро будет. Ну какая разница будет? Если дотерпим, то потом будет нам. Блин, я тут, короче, вот подумал, а что если будет вот эта черепаха под этим квилпистом, там же вообще просто пиздец какой разрыв. Наверное. Да дурная черепаха-то. Если бы он ударил этого черепаху, сейчас бы там жара была бы на базе. Так, а чё этот грипп не работает? То есть он просто далеко. Работает. А, всё, ничего. Работает грипп. И суккуб. Оп, ласт хит мастер. Ну уже, зайчик. Ну там это... Бейн-то отомнет, наверное, с куба. Бальменин, на самом деле. А, Арчи. Ну у вас перделка появилась еще. О, у нас аксики появились Золотые. Маленькие. Какая смерделка. Ну, да я купил это... этот посох. Посох. А, да-да. Я думаю, что мы отбиваться начали. Квилл, где мы тут дебильный? Дебильный, дебильный. Мы же все чиним? Я не, там один с посохом. Ну, а, ну, окей, окей. Пусть фармит. Я накопил, не знаю, как нам это поможет, но надеюсь, что... На 350-то? Ну да. Ну а чё? Поставь всё-таки через 4 клетки. Я поставлю, поставлю. Я знаю. Так, 350. Мичай, что там за 350? В смысле? 4 клетки, лол. Вообще надо... Если 3 на 3 играем, это дерьмо. Как-то дерьмо? Убирать. И там же есть какие-то моды. Я давно, когда играл, там моды есть, где вот эти всякие убогие здания убираются. Что их нельзя строить. Да норм все. Че, мы играем с ним, оно не имба. Не, ну если мы типа затянем, у нас будет очень много зданий, там как ни строй. Да не знаю, у нас ни разу до такого не дошло. Да? Чтоб вот эта штука решала. Ну да, это вообще брать. У нас чуть находишь брешь в защите и все у нас... Вот смотри, брешь лобстеров позвала, брешь в защите, и контратака сразу образовалась. Блин, лобстеры, конечно, что творят. Самонет лобстер, все. Арт. Ой, арт. А, ну да. Блин, кстати, вот странно, почему... Вопрос есть? На английском это лобстеры, а на русском называется омары. В чем прикол? Не знаю. Ну, нага сдохла, я расстроился. Ну сейчас как бы еще одна выйдет, и первым делом что она сделает? Омаров вызовет. Все. Омары есть. Так давай, давай, я контролю тут все эти дела. Ну я поэтому и смотрю, что вроде нам... Я вот сейчас еще такое поставлю, для массовочки. Смотри, пуржа дала, вампир еле машет. Бах. Маленького. А маленький еще меньше. Какая разница, Андрюха, а черепашки-то копятся? Когда копится тролль, тролль, это ты посмотри, какой так спит у тролля. Что творит этот демон? Да, когда он убивает кого-то там сильно. Смотри. Прикол в том, что она выходит, самодит лобстеров, они танкуют, а черепашки так копятся. Копятся. Как катаем. Как копятся черепашки. Что ты задумал? Скиллом. Мы не жалкие букашки. Супер ниндзя черепашки. Наши всё воины правильно. Вступили в бой. Знаешь, что я думаю, короче? Я не знаю. Но я не умею читать дело. Мысли. Нет, чё? А! Ты знаешь зачем, да? Типа, что вот здесь будет. Так, по-моему, уже надо запускать. Да, да, я сделал. Так, ребят, у меня... Идейка есть одна. Там черепашки копятся. Все, черепашки не копятся. Ты падже пошел. Не, все-таки мог и не отменять, наверное. Да, Мерп, думал, ты получше гамзишь. Ну слушай.
Я думал, они тоже что-то похитрее придумают. Не, я знаю, как отбиваться. А там вон альбатрос летает, что с ним делать? Бля, что-то я переоценил Пуджа на самом деле. Подожди, когда против него выходит подруга, которая делает лобстеров, он не сильно выступает хорошо, да? Слышь, может еще раз отменить? Да может нет? Просто как-то, по-моему, это единственное твое здание, которое хоть что-то делает. Так не, сейчас еще Бэйн, который его я всем армор снимает. Слышал про такое? С каких пор? Моя Виверна умерла не долетев. Вообще там грибок стоит уже, знаешь, сколько лет назад? Я не знаю, зачем ты их производишь вообще. Тун-тун-тун. То есть мне отменить Виверн? Ну, давно, наверное, надо было. Господин, коррупция. Вот ты же только кормишь ими, они же даже до половины до середины не долетают, по-моему. Да, провал. Ну, их надо или нам надо или масса аэр, или вообще без аэра. Потому что одна Виверна, там грибочек. Ну все, короче, зря ты построил своего грибочка-то. Ну, он давно себя купил. Фак, ну а чё ж вы молчите? Мы получаем панч. Там инвейт отжирается молча. Ой, там эта ТРПшка идет давать. Что-то мне на ласки повезет, я уже столько денег поднял. Опа, Габлак, ребята, живи. Ребята! Габлак, импейл! Хорошо, 23. А, блин, ничего страшного, вот черепашки. Баферы. А там Бэйн еще. Ребята, Андрюха, смотри, лобстеры-то, вон они ползут, ползут. Лобстеры могут, могут. Давайте, мы почти домик дочинили. Нормально, дочинили. 4 клетки, у нас скоро на базе места не останется. Что у нас будет? Ладно, я не буду даже щупальца ставить. Пора убивать. Так там же у тебя есть жесткие за 500. Или ауру. Ну, я знаю, я их хочу. А может это ауру? У меня инкам, наверное, поменьше. Ох, ты тренд развернулся и дал вообще в пустоту. Красава. Я не знаю, какой у тебя, у меня вот такой, например. Ну, можно зарепортить. Что-то взорвет. Взорвете кто-то? Я уже не взорву, ребят. Я взорвал. Давай, взорвай, мне ничего не надо просто. Готово. Ой, они сейчас взорвут. О, промазали в трендане, попал. Нихуя вылагали, это честно. Мечай, дилей у тебя? Да, ну то есть у меня бывает пролаги. Все, я понял. Я так и понял, я ни на секунду не подумал, что... А он нормор-то ливинг накинь на себя. Ребят, мечай не промахиваться. Еще надо что-то черепашке сказать, а то... А импейл, импейл. Вот, кстати, в такие моменты, по-моему, лучше. Ой, смотри, менять. Так вот, а это можно троллю ласт хит? Вот, импейл? Сейчас, сейчас, смотри, вот это вот финальное выходит. Суккубы? Масса суккубы. Чё-то, говорю, съебанная идея. Да, нормальная. Что он прям... Мне кажется... Ребят, что надо сделать? Мне кажется, надо попасть по кранту, да? Тут раз. Да, давайте по тренду попадим, попадим, попадем. Это не стоит. А? Стоит. Что, пробуем? Выходит еще один. Мерф. Мне кажется, отбиваемся, ребят. Мерф, купи. Слушай, походу в натуре отбиваемся. Я тебе два Магнуса. Гайз, что творят суккубы? Митяй, и что ты теперь мне скажешь? Ну что, два Магнуса, типа ОП? Какие Магнусы, суккубы? Так, а вот эти кодои, они тут не багнутые? А, вот сейчас работают. Вот. Кодои норма, чё, надо поставить давно ауру. Да-да-да, так типа я просто когда раньше играл, они были багнутые. Ставишь ауру, а он не дает ее. Дает. Сеточки какие-то мне там ещё не нравятся, чё это сеточка. Смотри, чё пришло к ним. Ауру-аура, дэмэдж аура. Я вижу. Ну, нормально. Я ещё вижу, что там зашел Магнус и стомп дал во всем. Ага. Да чё? А фиг там, а гидрочки-то? Не, не, типа, а зачем ты дал? Ладно, ой, вот эти рейнджевые инкубусы. Ох, ох, красопед. Походу, все-таки надо. Так, у нас еще два взрыва, да? Нормально. Что-то на нас там масс-магнусы прям идут. О, стан. Что-то он стана дал, заморозил. Знаешь, что я думаю, что у них сейчас еще вот это выйдет. И что? Так у нас два взрыва. И вот этот кодой, который первый пошел, что? Короче, мне все равно больше строить нечего. Да, да, да. А вот что с гидрой произошло, слышь? Массу. Развалили ее, что? Работает. Ауру ты имеешь в виду, да? Ты видишь, сколько там людей ее бьют? Или нет? Священная роща. Что?
Наши воины вступили в бой. Что ты задумал? Ты видишь, что там вот происходит? Это вот интересно. Заначка будет. Так, ребят. Ой, а чё ж ты так? А у тебя выходит скоро твой пацан? Да. Да, норм. Ну я типа видел, что твой там. Может Магнуса переманим, повезет. Может. Нет, походу не переманим. Это, конечно, неверно, по-моему. О, Олег, походу все. Упс. Олег, ты поиграл уже? Вообще, я опять лагаю. Блять. Там же бот. Я лагаю играть. Ты лагаешь меня? Все, уже союзников напали враги. Наши воины вступили в бой. Походу на то. Нам надо чем-то драконов сбивать. Я так скажу. Брюс, я поставлю еще штук 5 таких парней. А, давай. Они проходят, все хорошо. У меня магии. У тебя из некроматов делается лич. Нужен. Так? А ты это взял ведь? Ну так какую? Взял. Одну. Кто-то, да. Кто-то, я не вижу кто. Ну я одну взял. У меня, кстати, почему-то вот так, лол. Я походу там все. Туда 300 только было. Так давай вначале за 600, а когда ты... поближе подойдут, я активирую. Ты думаешь прям так хватит нам? Да, да. У меня 500 голды. Там самое время как бы свиточки покидать, там что-то еще. Если да, что, свиточки... у них же есть еще эти бомбочки, не? Нет. У нас одна есть, у меня все, у них нету. Я свиток один закинул там. А я сейчас стан поставлю. А, давай. Ну чё, я это, юзу. Наши воины вступили в бой. Пойди, вроде овник. Так, надо куда-то ответочку давать им. Гидра с пятихаточкой просто нормально там разбирается. Я на самом деле ситик еще один даже провязал. Нормально. Нам надо сейчас допушить. Ребят, здесь. Надо это. Выжмем, у нас инкам на 50 меньше. О, Магнус. Опа, да, Магнус, найс. Ты ДДшку завязал, да? Да, да, я ж говорю, ну она сейчас допушит. Магнус там поработал. Походу допушили. Ебать, какая боль. Там просто гидра подошла, и там сейчас хатки. Сейчас у них инкам резко упадет. Ну все там уже. Все. Не, инкам-то не страдает, а вот юнитов не будет. Разве, когда хаты ломаются, он не уменьшается, разве? Вроде не особо. Хуй знает. Ну, во всех номинациях у меня мой никнейм почему-то светится. Что за фигня? Я вообще в игре ничего не сделал. Чё-то это, ребят, короче, надо было не проёбывать сразу все РС, и вот это ещё понял. Ещё желательно попадать ими, да? Да. Блин, слышишь, мне чё-то это так не нравилось. Мне нравится чё... А ты, давай вместе, ну, эту. А ты не думаешь, что у них это? Кому ничего страшного, а что делать? Я хочу грипп, рингу грипп. Да, господин. Ты ведь знаешь, что я хочу? Ну, я пошел. Какой грипп? Да, господин. Ну, чё, поехали. Чего? Ну, я пошел. Да, да, его. Я хз, правда. Да я ненавижу эту расу. Я, типа, ее. Я свою ненавижу, так скажу. Твою я, кстати, в последнее время даже полюбил. Вон у нас есть это вообще изи вин, да. Только у нас, по-моему, чего? Пошло что-то не так, да, по юнитам. Да. Тебе придется догрейдить сразу. Не-не, более-менее. Почему? Не, ну если сейчас ты. А че ты сразу не грейдишь-то? Ну я вообще смотрю, что там. Чтоб мы могли как бы. Не хватает. Если что, что-то исправить. Ну, если их будет двое, то они из башни не выпустят даже. Ай-яй-яй, лежа. А, все нормально. Понимаешь, в чем дело? Вообще? Ей нет. Да, у меня я вот так делала. Да, доклад. К бою готов. Лежа. Да, я вижу. Я не знаю. Я, правда, третью раз и не видел.
Я вижу орка и снайпера. Там же еще и монетки в каком-то моде выпадали. Да, было дело, но это, по-моему, совсем как древняя-передревняя версия. Да, ну это типа это такое. Не в этом Castle Fight, не в это, по карте смотреть, прыгать, монетки собирать. Мап-контроль. Да, Рен, поставишь вот сюда свое спецздание, там не мой раб. Ну вот сюда. Типа прям в упор. Это которое очень дорого стоит, которое еще не скоро поставлю, да? Не, вот это, которое потом грейдится. Книжка такая? Ну, похоже на то. Вот так там что-то примерно там называется. Вот эти девочек производят. Сорки, Дрюс, все выпало. Еще раз, что производят? Ну, телочек. Я бы на самом деле на его месте вот это можешь поставить. Вот сюда поставим завод. Что ты говоришь, Мерк? Может, он вот этих поставит сейчас? Да не, нафиг надо. Так они и орков, и снайперов. Смотри, не, ну если я сейчас буду ждать столько долго, у меня... Инкам будет как у бомжа. Нет, я... ты можешь. Это же грейдится у тебя, по-моему. Да, нет? Да, грейдится. Ну, я грейдану тогда его потом. Да. А, ты этих поставил. Ну типа хз, они. Верх, ставь второй такой же. Я тебе говорю, будет норм. Так я хочу это. Не, да нет, забей. Это лучше намного, я тебе говорю. Да. Ты ставишь 2, у тебя инкам больше, потом ты грейдишь. Если что, я бахну. Ну как хочешь, страшного. Хочешь, делай. Ты хочешь, что-то я считаю статы. Ну тут может случиться беда. Да там уже беда. Там уже танки и арчерки по базе ходят. Я не знаю, что ты, кстати, говоришь, Мерч. Это, по-моему, у меня даже все норм получилось. У меня мяско просто бежит. Вот эти морвоки по 20 тысяч. Которые они грейджены, они любого из башни не выпускают. Так, а они будут позже грейджены. Я просто поставил для мяска. Мне-то эта хата в любом случае пригодится. Я же из неё потом... Охренеть, он с плышой. Вот этот снайпер. Ну смотри, я тебе поверил, я его просто... Ну, как поверил. А что ты поставил? Алло, норм. Да, господи. Чего? Да. Нет, забей, сейчас первый твой вот такой вот приедет, и все закончится. О, Митяй, все, Найпак там, видишь. Конечно, с пушой, посмотри, что творится по морвокам моим, блин. Так у него еще геройский арморш. Нет, я про снайпака. Да, у снайпера пирс дэмэдж, он их вообще... Я отбились, а вы не отбились ни хрена. Ну, то есть у тебя будет когда-нибудь второй грейжный, это все победа. Все, пришел. Бля, по пацанам. Кого-то там. Опять работает? Это не сам. Да. Да, господи. Короче, ну если что, я бахать буду. Опять работает? Да, господи. Сейчас твой едет уже вверх. Так, бать, что там? Это? Кто там бахает? Слышь, не сгорит. Я сгорит. Первый взорву. Не сгорит. Если что, я взорву. Я контролю. Нет, соло что-то даже нет. Не Митя, есть что контролю? Сейчас Акс выйдет уже скоро. Акс вышел. Ой! Что-то он подзагомнил. А у кого это? У кого телефон? Это у меня? Да. А почему я тогда слышу? Че за бред? Ну это все слышат всегда. Странно. У нас в углов здания 100 хп, может тетки вот это? Так у кого-то сейчас хапает. Нормально, нормально. Обычно у кого слышно, тот кто слышит этот звук, это не от него обычно. Я же контролил, я же обещал. Next level. То есть я все не верил, плюс, сорьки. Да, да, господи. Так, что-то я должен был построить. А, вот этих вот ребят противных. Или... А, уже построил. Блин, опять РС проебали, это так грустно. Все, теперь копим на хорот. Так, куда там ставить эту книжечку? Вот, между, вот сюда. Ага, понял, окей. А вот сюда мы поставим читацкую штуку. И все. Okay. По идее, выиграем. Все системы в норме. О, Аксмастер. Аксмастер овнит. Я говорю, Блейдак, он его убивает, второй. Сейчас у меня эти идут, ребята такие, боевые как раз против... А, ну вот эти тоже убивают.
И они сейчас еще минус арморят. Да, там у Версуты раса одно более читовое, чем другое. У них реально говняная только арчерка, вот эта, которую ты поставил. Там один читовит другого, по-моему. Так он развалился. Ну, раз вот так, а чё, он же 500 хп, он же не танк, он же рейнджевичок, типа. О, ну арчерка тоже там, кстати, может валять. Что, убило против 10, нормально. Опять работа. Так, чё, я эту дрянь беру, чего? Или... Ой, минус армор закинули. Не, тебе надо уже... Чат, не хочешь одновременно их сделать? Слушай, можешь их побольше взять, а? Одновременно их сделать. Да не, забей. Нам нужны реально вот те штуки. Всё, понял. Мы прям с ними овны часа. Мир, ты будешь взрывать? Мне не надо. Ну, я могу взорвать. Тебе надо, по идее, да. Следующий. Что такое дело? Может, не тоже зафейлит подходит, ваксика уже можно. Да, у меня хата сейчас. Да-да-да, все. Так гоу танк чинить. Да. Чего? Ну, так еще блочить, чего блочить. Нормально, хэви танк чинится. А он-то по 160 бьет. Смотри, как он с этими снайпаками разговаривает. Бах! О, Митяй, как грамотно-то, а? Ты, конечно, красота от нормала получает. Шикардос дэмэдж. Так и этот норм. Только главное акса не пускать танку. Блин, это не лучше. По-моему, как раз он под бафом, слышь? Под Гелдерхорном эти. О, мать твою! Что он делает? Остановите его. Ладно, есть еще один танк. Че, щиним его, типа? Да-да-да. Мерф, тебя хватает вроде, да? Там этот с дивайнер-мором, типуля. Опять работа? Лол, вообще не мечтаю. А, так ты второй взял другой. Да. Готов. О, в любом случае не хватит. Да, в любом случае не хватило бы. Так, ну я построил этих. Наши воины. Ну, норм, они, по идее, могут разобраться. Нам с Аксиком как-то разобраться бы, который под бафом идет и пизды нам дает. Не, я не знаю, чем может быть имбовее, чем этот Галахорн с Саной. Да, я Галахорн имба ППЦ. У Хумана самые имбалансные бафы. Не знаю, походу я еще буду взрывать. Я пытаюсь смотреть. Грамотно лагает. Нет, нет! Наши воины вступили в бой. Жесть, как они шустро, конечно. Да. Хз, Мерф, или ты ставишь эту штуку, или... Я, короче, рассказываю, если поставить два привета, эти аксы будут падать вообще в говно. Какие еще приветы? По-моему, я не уверен. Поставь голема просто. Готов? Вот сейчас, и поставь завод, и все. Ой-ой-ой, Митяй. Наши воины вступили в бой. Нам больше ничего не надо. Нам надо танк чинить. Давай, давай. Я говорю, поставь просто завод, все, игра закончится. Слышу, одна из них еще вампиризм был. Аурой. Блять. Олегус, который молчит. Вот здесь. А что ты построил? Вот что у тебя 1135, это как ты сделал? В смысле? Вот у тебя дерево. Какое ты здание еще поставил? Привет. Сделай апгрейд, пожалуйста, на ракеты, на хэви танк. Там нету, это третий танк. А, нет, наебал. На хэви, говорю. Да. У тебя один стоит. Ну, лазнем, если нам не будет акса, чем убивать. Ну, у меня вот уже второй. Тебе надо загрейдить, тебе надо загрейдить вот эту хату. Как же аксы? А чё аксы-то? Ну в смысле, эта штука, если ты загрейдишь, она будет жестче этих аксов убивать, чем вот эти даже черты. Там выйдет тип, который в соло покосит все у них. Чё-то если мало. Мы сейчас доживем до завода, то дальше мы выиграем. Ну осталось 300. Опять работа. Не, тебе 300 и Мерву 100 на завод. Там! Бам, молния. Слушай, да. Так, а там будет тип, у нее 500 жизней, а там у типа 1000 жизней, и он... Как... У кого взрыв остался? А, у меня. Приказывайте. Да. Ну что, чиним там? Да. О, я запуржу акс. Да. Посмотри. Что-то не сработал, куржик.
Я хз, ты видишь, вот ты говоришь, типа, вот эти приветы, да, нормально. Ну, я пошел. Хорошо. Мер. Походу мы выжмем. Откуда? Блин, Олег. У меня есть кнопка победы. А, нет, там бот будет за него. Да, господин. Ну, я пошел. Бою готов. Мер, у меня может хата сейчас упасть. Упс. Ага, я понял тебя, Мер. Чё? Это был я. Что? Ну ты как-то взорвал, что у нас юниты на базе все остались, ничего? Ну так там справа ломали, ты видишь, сколько у домика осталось? Ну видел, так надо было раньше взрывать. Так ты завод будешь ставить или нет? Я не могу, там юнит стоит. Ну уже поздно, чё? Ты скажешь. Ну там дракон стоял, из-за которого нельзя было строить. Давай посох берем, пора. Уже берем, не берем, тут уже пох. Нет, посох. Да, да, Мир, конечно. Ну, я пошел. Хорошо. Там же ауе большое. Да. Посох уже. У меня уже здание с нагами упало за 350, а так ничего. Брюс, бахни. Жду приказа. Хорошо. Ой, хорошо. Вот и все. Да я хз, вот ты поставил этого привета, он хоть что-то сделал? Я видел, что он даже не доходил ни до чего, я не знаю. Что ты расскажешь к этому привету, как будто из-за него лузанули? Ну в смысле, ну если бы ты поставил завод... Ну, в смысле, у нас идет такс под Иглхорном, и что мы ему делаем? И чё? Ну у меня нага есть, которая его куржит. Ну и все, и мы его... Что, на нас идет два таких акса, пока твоя нага одна выйдет. Ну в смысле, так а у тебя типа идет два танка, которые даже не делают завод, ничего не делают. Почему противники молчат? Почему они не остановят ваш спор? Я потому не понимаю. Что мы наслаждаемся. Идите это. У вас вообще вот совесть есть, нет? Давай, не только норм вариант. Сделаем в этот раз, давай. Считай, что все сделано. Мер. Извини, что? Хорош, я успел Дейнкама. Ага. Ты мешаешь мне думать. Извини, что? Ты мешаешь мне думать. Да, это да, но я сейчас поставлю и ту штуку. Так, я там, просто там вижу, что, уже что во-первых, этот пошел. Извини, первый. Что? Нам надо было как-то немножко, еще... да, сцетовать. Блин, лол, ребята. Ну ладно, нормально. Да может, го отменим, ну, и не, я нажму и одновременно как-то шумно. Да не, да нам норм, чё? Да-да. Ну, типа, вот этот едет, этот идет, что нам плохо? Да не зависело от этого. Да, это пофигу. Вон же, этот же тоже... Не, я говорю, не зависело в прошлой игре от этого. Ну, в прошлой, может быть. Ну, блин. Нормально. Не знаю. Этот привет вообще ничего не решал. Он мог либо прокнул бы, он бы убивал, либо... Я очень надеюсь, что тебе первый выйдет. Мы с Лешей играли такую же карту. Я шмил. Терпели. Так мод мы построили. Ну, сейчас это сдохнет. Не подвластна магия. Все, сейчас разберемся, смотри. О, ты не можешь больше понять. Сказал. Лол. Да. Потенциал есть, но, блядь. Исполнение, конечно, такое. Ты мешаешь мне думать. Извини, что? Ты мешаешь мне думать. А ты это поставил или ты извини, сейчас что? Будешь вот так? Не успеешь и глазом. А я хз, я могу и так, и так. Я просто поставил на инкам пока. А ты как хочешь? Ну, учитывая, что у нас вот это извини, есть. Что? Арена, то я могу думать. И первое. Извини, что? У нас есть чему. У нас есть жирок. У них уже босс. Такой, у них это, ты ж помнишь там, как назвать? Чё? Сайленсер. И чё? Вон они вышли, они ничего не делают, их танк убивает с ударов. Смотри на их броню. Ну, что там? Ты куда пошел? Алло, Вася! Так чё, всё-таки да или нет? Ну я сделал, типа, они посох взяли, ты чё? Так не, они уже развернули это. Да не, там ещё подходит. Ну ты отменил развернят. Норм, пускай, хватит, я буду, играю. Подвластна магия. Ему подвластна магия, и это важно. Извини, что? Не трожьте селёдку. Да, селёдка, чё? Типа, видишь, у них два друида ещё...
Друид с Чаусом и... Слардар много не впитает. Слардар много точно не впитает. Моему на Мэджик вообще пофигу. Питает, питает. Сейчас ему пару плейтмейлов норм будет. Да лучше дагер скорее в друидов рваться, а то типа орка бить такое. Что-то этот орк ходит и ластхитит все. Да. Кэрри. Кэрри. Не успеешь и глаза моргнуть. У нас какой-то странный друид. Куда он пошел? Шаль, что на Аксе. А так можно разубить ей? Ну, вкус. Я худенько, только первый день играете. Слышь, как будто Лунати на хайграунд зашла, все здание. Ого, да, что-то у нас. Бля, да ладно, корни он не бьет. Да, да. Еще а во вторых корнях он бьет. А в третьих. Прикольно. Блин, луна, конечно, жесткая у меня. Не, сами же рады. Ребят, там надо уже договариваться, кто бахает. Давайте, мерз. Или кто? Мне не надо. Мне не надо. Не успеешь и глазом моргнуть. Давайте бахайте вот сейчас, походу. Извините, что? Он будет поздно. Успеешь и глазом моргнуть. Так, ну и моей. Передовой боец идет. Ты мешаешь. Время не ждет. Так, Слартер, давай, короче. Не, ну так сейчас будет. Сейчас все будет, что за. У него тот же самый. Тип. Нет, опа, моего бах. Нет. Там ты посмотри бах. На моего. Он вообще, ему на них реально почти пофигу. Три удара успел сделать. Ага. Я не знаю, что ставить. Ребят, что ставить? Может быть, черепашек? Не, ну что-то. Блин, у них просто вот эти вот ребята, которые с плашой херачат магии, я даже не знаю, что ставить против этого дерьма. Да что-нибудь. Ну, нагу можешь поставить, она пуржит такса, он еле ходит. Так можно этот ведь. Да нет, за это, по-моему, полное говно. Ай, не успел он магию свою дать. А им некому пробивать их. Какой мальчик? По-моему, это... есть кому. Блять, он два раза мяснулся. Это которые хилят, типа? Фримани идут. Не, не. У меня таких нет. Не мультишот, а как это у него называется? Да говно оно. Я не знаю. Потяг спрыгает. Которые летающие, так их эти да. Убивать будут же. Да, да, я что же говорю, что эти, знаете, вот эти вот блат... Вот это же. Я не буду пробивать. У них же magic damage? Нет, не 300, небольшие. А которые... За вот эту сумму будет нам, я тебе говорю. Окей, давай. Терпеть. Только вот сюда поставь все. Тоже с нами. Ну смотри, типа, вот по восьмерке. Вот так. Ну все, кроме центра. А надо как поставить. Все было хорошо. Понял, окей. И мы потом туда последнее здание лепим. Если, конечно, доживем до этого. Потому что больше ни на что раса Мерва не способна, походу. Ребят, какая проблема? Появились. Да, это видно, видно. А у тебя диалог или что? Не знаю. Чё происходит? Никогда такого не было. Два месяца там он уже. В итоге слагать решил. Дудос. Черт, вы дудос. Давайте, удачи. А, ты все? Отвалился? Ну, то есть ты на самом деле должен еще секунд 45 подождать, потому что ты, по идее, можешь вернуться. Ну все, нет, я уже дисконнект, я уже не могу нажать. Ладно, тогда давайте дропать и играть. Как ну да, с ботом, цари. Давай. Да не, это че, по-моему, так все идея. Да, я видел, что бот лучше людей играл. Да, ну ладно, ну, давай. То есть Ивана здесь нету, типа? Просто подстраиваем все под бота, и все будет нормально. Бот знает, что нужно. Бот разбирается, да? Да. Мы, кстати, можем еще большой домик чинить. Не, да, смотри, я сам полезу юнит, он уже поставил. Вот, вот, а там дальше уже не особо важно. Бот 2. Не, он может еще амазонок лепить. Хотя вот это он тоже неприятно что? Делает. Что-то у нас это, проблемы. А бот РС умеет юзать? Угу. Вот так, смотри, что. Ну нормально. Слушай, что надо делать? А он вроде в чат еще пишет, я юзанул. Ебаный этот поставил в плане в расстановке. Ты мешаешь мне думать. Чушь. Извини, боты что? Продираться будем, ты Митяй. Ну да, что-то вспомнил. О, мясо так прям? Ты мешаешь а ты решил, понял. Ты уверен? Извини, что? Готово. Охренеть, ну просто... Просто ППЦ? Да корни это, по-моему, что-то не очень хорошее.
Блин, этот кастует дедушка, вообще пиздец. Че, ребят, после берем. З. Не, тебе точно нельзя брать. Если ты об этом. У меня нет денег. Да не, нам. О, так Нага вышла, может сейчас что-то даже. А лобстеры, лобстеры. Не? Давай, Нага. Где Нага? Кончилась Нага. Вон пришел этот. Вот там арчурок начал бот строить. Так, хорошо. А ты что, я бы это взорвал. Там еще Аксик жив. Аксик-то жив. Можно этот танк чинить лучше пока что, наверное. О, это хэви танк? Это лайт танк, его чини, хоть ничего, хоть чини, хоть не чини. Так хэви. Боже, вообще они так бьют. Шесть. Я в прошлой игре хотел их тоже масс настроить. Кого? Против ваших аксов. Да вот эти вот ренжевые говноеды с пушей, которые бьют. Ну, да, смысл, чек рама. Вот, вот форки. Вот, сейчас, по идее, могут нам подрассказать. Хотя, мы сейчас перевернем. Нам фурионы все объясняют, я не знаю, что с горнями делать. Можно. Мы реально тащим тут. Ну, вы же потратили маги. Отмазка то, что у вас бот не катит. Сейчас говорю, бот реально... амазонку сделает, ребят. Никаких отмазок не будет. Да, корни ей давать свидание. Опа. Что-то мы даже до половины поля не дошли. В смысле? Мы сейчас дальше пойдем. О, хорош. Дальше в следующую игру. Ох, прям по кайфу этому фуриону по морде. Так, ну-ка. Че еще? Значит, смотри, такая ситуация. Давай, да, строй что-нибудь. Срочно. Не, это говно, ну мы так не знаем. Тихо, ты че мутишь? Да норм все. Ну один слот вот тебе будет подшоте, все окей. Мне очень долго еще до этой штуки. Да давай, грейди танки, алло. Там куча хаоса. Ты если грейди танки, мы бы уже давно выиграли. Загрейджен. Ну, они умирали, ты видел, рут и два удара акса. Ничего они не умирают. Такая, умирали. Грейди танки, они там жирные ППЦ. Ну так тогда мне не было смысла их апнуть. Ну вот, сейчас еще апнешь. Или этому можешь ракеты дать одному. А не сразу. Это... Опа, господин тебе Лич. Лучше бы ты два хэви сделал просто без ракет. Господин Лич? Да, господин Лич пришел. О. Он, конечно, в корне сел. Но это пофигу на самом деле. Арчерочка дает. Чего она дает-то? Че-то дает. Все. Подвластна магия. Ну-ка, а мои вот эти ребятки. Как они сверху-то зашли тактично. Там два акса. И вот этот молодой человек, попробуй. Ну давай, давай, чайник, дай и чайник. И там брист еще вышел. Дай чайник. Вот. What the fuck, ничего а себе. Второй чайник. 25 голды за него дали, найс. Второй чайник не хочет давать. Подвластна магия. Вот, ебан, короче, этот поставил второго арчера, но я помню до этой. До амазонки. Лол. Еба. Не успеешь и глазом рвать. Мечай, ну я, наверное, бах. Ну то сейчас дальше саксы выйдут. Подерутся, если все норм. Ага, да. Что, ты что забиваешь? Одного лич сразу сожрал. Блять, надо личей забрать, но как-то вот. А у вас бот не тратил, да? Взрыв или да, вообще не слышишь, дежа хуже. Заебись. Вот я сделал дресс. Ты ёбак-то! Что за сказочный ёбак? Готовнина. Дресс ебать, ты бесполезно. А он записал или нет? Нет. Просто ебанул прямо перед дрессом. А вы дворецку потратили? Давай, Митяй, хорош. Да, надпись вообще шикарная, мне понравилась. Ну вот это, ребят, 3-1, да? Теперь 1-0. И все, теперь у нас на юниты под заводом выходят вообще. А ты в Баланарах уверен? Они нужны для ауры просто. Я их больше не буду делать. Там просто аура только на миле. И чё, пускай будет. Аура, она и есть аура. Так, а у нас остался, да, взрыв? Ты мешаешь или нет? Да, у кого-то остался. У меня, у меня нет. Опс. Ты посмотри, как что-то твоё построил. У тебя есть, значит. Просто блин, посмотри, Дрюс. Чего? Это чё хрень? Хороший хп, взрыв, вы определитесь-то? Извини, что?
что ж, начальник всегда прав. А, окей. Ты уверен? Готово. Инмейт коду поставил, сполшел. Да там эти гребаные пристрелы уже, мы их без взрыва, нам их не остановить никак. Ну, видишь, типа, они идут, и все. Адрес во вторую ставит. А, ну все, защиты есть у нас. Ты пошел нахуй. Нормально, нормально, защиты. Он второй раз ставит. Не хотят бизнес. Не успеете глаза моргнуть. Защита, все нормально. Бля, лучше бы научился ревы ногой дрочить, чем с этим ботом играть. Не подвластна магия. Наши воины. Ох, ни хрена, сплэш. Ой-ой-ой, два раза ударил. Начальник всегда прав. Не лучший вариант. Извини, что? Как бы вам сказать? Чё, как бы вам сказать? Самое главное, близ по всем юнитам. У меня долечат треть смерть. Ну, что там? Да я говорю, вот эти птицы, они говно беспонтовое. Ну я хрен знает, что тут ставить. Просто миличников тыкать сейчас смысла нет, они тупо толпятся и так не добегают ни до кого. Смотри, как они лопаются. А кого ставить? Лучше ауру тогда купи за 500, если у тебя в твоей расе нечего. Окей, давай. За 600 и одну. Не, на самом деле, маш летающий это норм. Учитывая, что тут мало места, они хотя бы добегают и норм. У них эти глывы. Да, у них клейвы, они с плешой херачат. Они аксов, например. Да, я буду, ну, окей, тыкать херяч, их херяч, дальше. Херяч, херяч, херяч. Я могу сам вторую ауру купить. Они и стоят недорого. Так, и что-то здесь запахло говном. Оставьте я, мне. Я тебе даже объясню, почему. Ну не знаю, мне кажется, Дред виноват. Все-таки бот как бы нормально взорвал. Арбу тоже бот купил? Походу нет. Не, арбу кто-то красный купил. Красный ворог. Я прав? Не-не. Ботец катапульты построил, как бы. Не, это я, ребят, мои катапульты. А там было бот 2 катапульта. В смысле, не, нас. Он тоже. А, тоже бахнул. А, ну да, да, нормально. Он тебе и тут сделал, Брюс. Майк-то пульт это получше будет, так что. Ты мешаешь мне думать. Магия. Не успеешь и глазом моргнуть. У меня уже инкам такой. С катапультами он тебя сделал с РС-кой, то. Инкам не надо, я взял. А. Бафец. Извини, что? Мы по идее еще в игры. Ну, поставил две вышки. Не выиграли. Не, ну тут вышки, смотри, подключаются. Так. Три, два, один. Пора вышку убивать. Люн Ван Тен. Понял. А, еще это так поставил, обелиска. Смотри, 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 сейчас, сейчас. У тебя РС есть? Нет. Тогда нам пизда. Ты мешаешь мне думать. Ну, молнии маловато, что. Отбивайтесь. Чего они отбиваются-то? Они молнию ударили. Извини, а вот эти что? Танки и големы адамантины вас будут отбивать. Ты уверен? Базу кто-то. Ты мешаешь. Че, ливаем? Потом, о, 10 тысяч дали, нормально. Извини, да, что то это, с ботом-то. Хоть как он ты? И РС бахнул, клёвый. Да, он-то с РС-кой не профейлил, в отличие от некоторых. Да-да-да. Резкий, сука, такой еще грамотный, главное, дал.